«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Ну что ж, пошли убивать зверокорову. Или... Нет, давайте пойдем к Кенни. Там что-то надо сделать, чтобы... Так что, найди место, куда ты сможешь положить сплесневевшую что-то там. А, знаю. Вот, там было что-то типа покрышки. Злая псина. Черт, я опять забыл, что сделать. Ну ладно, хоть на собаку оглашение действует. Это хорошо. Так. Ready and whoops. Собачка, она такая прям в печальке. Okay, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yay! I don't think anyone can stop us. Привет. Бедная собачка. Так, мы выполнили уже два квеста из всех джимбовских квестов. И давайте перейдем, наверное, все-таки убьем корову. Я думаю, это будет нормально. Упс. Я не знал, что здесь перемещение есть. Кто-то мне что-то там написал. Теперь, когда с крысами покончено, тараканы размножаются бесконечно. Дается мне, мать природы не облапошь. Ну да. Либо одно, либо другое. Тут, конечно, никак. Hey, I just got a text from G- Да иди ты. И все? Это все? Серьезно? Вот то есть. А, окей. Не, я думал, там какой-то мега бой будет. Ладно. Так, а что там еще у Джимба? Что мне там припас? Еще кого-то вот здесь убить. Примани плотоядную летучую мышь. Используй потаенный творожок, чтобы найти кого-то. Ой. А нет, стоп, все правильно. Надо было телепортироваться, я что-то тупанул. Hello, new kid. Здравствуй. Так. Сюда. Сюда. Бежим. Вниз. Просто пытаемся найти то, что нам надо. Куда там положить. Потому что я абсолютно не знаю, куда это все класть. Дело. Я не помню. Ну, видимо, точно не сюда. О! Я, кстати, что заметил. Так. Лезем, 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 лезем. Вообще надо увеличиться. А то я какой-то маленький слишком. Куда мне вот класть, интересно, теперь?
Все, приманить летучую мышь и еще кого-то там. Наверное, нам сюда. Наверное. Да-да-да, я все помню, хайди-хау. Почему это не на этом куске, как какашки? Так. Хорошо, нам вниз. Честно, пока не знаю. Что-нибудь. О, еще одно место. Черт. На самом деле, там есть более простой способ переключения, но я как-то туплю и все время про нее забываю. Ладно. Так. Давайте просто в конец пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Ничего. И там, кстати, по-моему, будет в самом-самом-самом-самом конце. Летучая мышь. Вроде как. Но я уже отчасти запутался. Нет, не сюда. Черт, черт. Хая! Мастер катаны, блин. Так. В общем, я без понятия пока, как мне дальше кого-то там находить. Так. Ну, допустим, что летучую мышь я нашел, как, в принципе, призвать. Допустим. Наверное. Ну, где-то там в конце что-то было, я помню. Я еще на это нажать пытался. О. Кровавый апельсин. Злая мышка. Но слабенькая на самом деле. Так, щитов у нее нет, так что в принципе она спокойно отреагирует. Ладно, пробуем нормально нажать. Получилось. Да ешь тебя! Так, кстати, вот интересный арбалет. Не дает кровотечение, да? Обидно. Давайте Айка призовем. Дэйстейдж! Круто. Это было легко. Вот только теперь непонятно все же, где призывать, где выполнять вторую часть квеста. Потому что она вроде как тоже под землей. Использовать творожок. Потаенный творожок. Давайте сейчас посмотрим. Чтобы найти и победить мышку. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it, funny. Это непростая мышка. А
А кстати, вот есть возможность, интересно, вот там вот, чтобы чувак один мелкий прятался или нет? Тоже интересно. Может, он там где-нибудь прячется? По крайней мере, я его не вижу. Упс, я уменьшился. О, вот здесь я не был, кстати. Доспехи оруженосца. Вот, не зря пришел, в принципе. Показал еще одну секреточку. Так. Осталось вынести, где же все-таки этот малыш последний. Потому что, по идее, мне последний малыш остался. И как пройти к долбанному фермеру? Так, надо еще сходить в полицейский участок. Потому что здесь я... потому что там я не был. То есть был, но... Но вроде как не был. Хотя нет, стоп. Сначала Джимбо, раз мы все равно здесь. Джимбо! Так. What can I do for you, new kid? Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like. All right, looks like that bat sucked its last fruit. Nice work. I remember when I bagged my first dog. This was real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. Far as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. I have no words. I can't wait to see what you kill next. Удачи. Так. Пластиковые зубы вампира. Блин, где же еще один мелкий? Минут через 15-20 закончу тоже. Потому что уже подустал, во-первых, немножко. Во-вторых, надо еще перекусить будет. Так, пробуем найти малыша, тыкаясь во все, что только можно. Он еще такой раз и в церкви сидит. Не, у нас тут только Бог. Окей. Я не буду приглашать тебя к боссам. Здесь, в принципе, ничего нет. Раз здесь ничего нет, то и не имеет особого значения. Туда тоже не надо. Вроде как. Так, продолжаем искать малыша. Здесь наверх надо забраться. Там сверху Санта. Так. Больше здесь вроде ничего такого нету. Можно купить. Так, ладно, дальше. Все, да, здесь тоже ничего нету. А нет, тут сумка тут лежала, оказывается. В которой, в принципе, до хрена всего было. Но в целом все бесполезное. Так. Sorry, kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Побили полицейских. Всех. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. Выпустили парня. You don't talk, huh?
Me neither. That's why they won't let me out. Губка. Круто. Come on a quieter day. I'll take you on a ride along. Так, здесь ничего интересного нет. А здесь мы идем дальше. Ищем следующий. Отстань от меня. Так. Здесь малыша тоже нет. Отлично. Так. Все еще непонятно, зачем там парниша прячется в кустах. Кстати, мы теперь, по-моему, можем сюда войти, да? Да, у нас появился ключик отсюда. Так. Нам надо опять стать маленьким. Залезть внутрь. Бухгалтеры. И залезть наверх. Наконец-то мы сможем познакомиться с этим чуваком. Кто это вообще такой? Я, the bandit, waiting to ambush rich adventurers and steal their gold. Please don't tell on me. Окей, 85 друзей. Мы становимся популярней. Так. Stay out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Ну, теперь-то мы знаем, как в затерянном лесу. Все устроено. Можем, в принципе, спокойно туда идти. В всех этих зданиях я, в принципе, был. Но я до сих пор не знаю, где малыш последний. Даже печально. Последнего малыша они хорошенько заныкали, видать. Ahoy, Maplebeard! Чё? Так. Oof. О, да ладно. Не знал. С детьми можно драться. Окей. Нате, детишки. Не с тем вы связались. Так, теперь пробуем великую магию стрел. И промахиваемся, естественно. Ну, в принципе, на них хватило. Это офигенно. Он король пирата. Так, и все же, где последний пацанчик? Потому что пока я его не нашел. Пацанчик, я найду тебя. Я верю в это. Hey, new kid. I've got a little time free if you need me to put somebody up my ass. А, точно, мы же у него суперсилу взяли. Так, ну здесь вроде нет никакого уменьшения. Ага, кое-что там заметил. Так, ну здесь вроде тоже нету. Мы все продолжаем идти.
А, стоп, стоп, точно. У меня же есть маленький, вот. Все, я же могу теперь. Видите? Терренс и Филипп. Какую-то фигню там поднял зеленую, прикольную, по виду. Так, теперь нам еще в лес надо. Ну, зомби нет, теперь здесь волки. Итак, мы дошли до Канады. Здесь нам надо кого-то приманить. А, нет, стоп, там паука надо было, вот, точно. Вот как раз там сверху. Я еще ткнуть по нему пытался, но не смог. Все. Ох ты ж мать твою. Да. О, давайте уменьшим его щиты, а то тысяч как-то многовато довольно. Ай, черт, промахнулся. Ну и ладно. Тыщ! Да я ж тебя за это запинаю. Шел вон отсюда. Получили перчатки варвара. Как мы обманным путем видели, всех обошли и в итоге ушли. I'm following you here. I hope you weren't following. I think we should go that way. Черт, гребаные собаки. You just don't get it, do you? Давайте просто их убьем, а? Так, теперь ты. Ready? Aim. Fire. Отлично. I don't really give a fuck. А, и, кстати, все время забываю, да что ж такое-то со мной сегодня. Инвентарь быстренько изменить, положить в инвентарь. Нет, 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 это был не урон. Это был не урон. 5 кровотечения при идеальной атаке. Отлично, все. Теперь все круто. Можно, конечно, обворовать трупики. Что во мне? А, фу. Да не издеваются. Ладно. Начо. Да-да-да, нас должны найти, и на этом, собственно, серия уже закончится, скорее всего. Потому что я не знаю, где найти путь к коровам. Ну, поняли, о чем я. Опять.
Где наши родители? Фу, отстань от меня. Черт. Кровотечение из 3 этажа есть. Так и хромает. Ready? Aim. Whoops. Ready and whoops. А, ладно, все равно умерли. Can we get going now, please? Все пофиг. Мне уже надоело их обыскивать. У меня все есть и так. Сколько вас можно убивать, а? Еще такой же вопрос, сколько можно по этому лесу бродить и бродить и бродить и бродить и бродить. Ладно, почему они все время первые начинают? Все, довольны. Теперь моя очередь. Просто возьми и убей их. Я уже наши родители. Сколько здесь можно бродить? В поисках выхода. Дезертирка умер в лесу. Так и не нашел. There you are. We've been looking all over for you. You are grounded, mister. You march right on home and go to sleep. Ой, ужас, ужас, еще раз ужас. В общем, ребят, за это вам действительно большое спасибо. Все, кто смотрел, всем удачи, пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока. Все, я от вас ухожу. Давайте, удачи.